Владимир? Да. А как понять, что надо увольняться с работы? А когда все становится серым, неинтересным, тебя обрыгло это место, тебе хочется что-то поменять в своей жизни, нужно просто это делать, брать и менять. Потому что рутина, 2 года пролетает, 3 года, 4, вот так иногда. Согласитесь, ты оглядываешь, думаешь, блин, я тут уже 9 лет работаю, я тут застрял, нафига я тут нахожусь? Надо брать и валить, валить в другое место. Может быть, в этой же профессии, может, в другую, вообще поменять сферу деятельности. А то быстрая река когда-то может превратиться в озеро, а потом в болото. Вот так же может стать и с вашим рабочим временем. Зачем?